Всем привет! Добро пожаловать на канал Fox Tale. С вами Катерина. Сегодня смотрим демо-версию игры, которая называется Stray Souls. Великолепная картинка Рорша у нас здесь, да? Хор имени Пятницкого. Радость стоматолога. Давай начнем игру. У нас, к сожалению, нету русского языка, поэтому английский, надеюсь. Вариативно, интуитивно, как мы с тобой любим играть. Здорово, пацан. Че, челочек поправляешь? Модненький мальчишка. Красивый. Че, некрасивый? А я думаю, симпатяга. Куда ты вандалишь, пацанят? Ё-моё, ты что так ходишь странно? Гоп-стоп, мы подошли из-за гаражного кооператива. У вас задолженность за свет, Андрюха. Подушка безопасности тебе в ухо. Ты за свет платить будешь, машину свою ставишь, а за деньги не платишь. В общем, он позвонил у нас какой-то Марте. Марточка, изящная наша женщина... Задолбались мы тебя ждать на морозе. Давай выходи. Мы свидание назначили. Сейчас на машинке на нашей ее прокатим. Много английского текста. Я на него, если честно, не буду обращать внимания. Я погрузюсь. Слушайте, ну это что, Россия у нас? Заборы такие у нас везде ж поналяпаны. Детский садик. Отлично. Передана российская загораженная жизнь. Ну, пока шпрехать, мы с тобой походим немножечко, договорились? О, лампочка горит, красные фонари, женщины нас ждут. Марта, ты там, что ли? А, не может интерактировать, ну, допустим. Fucking forest, ну какой тут нахрен forest? Тут такой, пара кустиков. Forest, он говорит, ну, в форесте там, ого-го, кто бегает, это что за походка у него? Очень странные движения персонажа, если честно. Посмотри. Это что такое, а? Тебе, что, гопота уже ноги переломала? Бионических ходулей ходишь? Спринт даже есть. Find... Что надо найти? Три. Три. Это что такое? Три-три. Ну, покажи, как ты бегаешь. О-о-о, такое ощущение, что ты немножко карлик. Так бегать даже я бы не смогла. Ну, не взять тебе олимпийское золото. Побегу, бедненький ты мой дурачок. Пойдем погуляем. Нам нужно что-то найти. Что-то найти в этом великолепном лесу. Ну, детский сад заброшенный. Видимо, детишечки уже все выпустились, пошли в школу ЕГЭшечку сдавать. Ну, кто не сдал, тот назад вернется в садик. Нянечка, воспитательница на второй год. Это что, склеп? Это же садик. Какие нахрен могильные инсталляции? Вы что? Типа, родился сразу на кладбище, а где промежуточные этапы, ипотека, дети... Кружка теплого чая в старости. Ну ладно, зум. Видим, как трава пробивает сквозь гроб. А, выход. Неожиданно, если честно. Вообще неожиданчик так. А, подожди. Ладно, я поняла, что я могилки могу покопать. Почитать, покопать. О, куплю. Стой, серьезно? Это российские разработчики делали игру? А почему не добавили русский язык? Вы что, нацию свою не любите? Английский, значит, добавили. А русский нет. Типа, идите нафиг, россияне, учите английский. Он язык всех времен и народов. Алексу какому-то. Вильям Алекс Шекспир. Ну ладно, пусть он покоится с миром. А что меня так наверх закинули? Веревка какая-то висит. О, домик. Домик на дереве есть? Нет, домик на дереве. Канат, давай. Как это так? Просто посмотри. Я есть груд. Пройди сквозь дерево, а? Да? Так умеешь? А ты что, зеваешь? Он зевает. Тебе скучно? Я тебе говорю, дерево обними, силушки свои поднаберешься. Мари говорит, березка, у нас с тобой любовь. Ты такая хорошая. Не чмокай ее, не слюняй. Караед недоделан. Давай нажмем. Колокольчики. Где этот колокольчик? Фиг. Что это такое за стрельба? Бомбочки? Ты что достал? О, фейерверк! Оу, Марта, ты мне сделала фейерверк? Или я тебе сделала фейерверк? Он не знает, что сказать. Это действительно великолепно. Thank you. Точно, это она нам сделала. Марта, баба такая, говорит, я тебя продинамила? Ты у меня столько во френд-зоне был. Десятилетие френд-зоны сегодня празднуем. Дурачок бесшапочный. Осень на дворе. Октябрьская срань. Хоть бы тепло оделся. Такой довольный, говорит, я пашу 7 из 12 дней в году. Остальное время лежу на диване и вдупливаю в телепузиков. Но такое счастье я еще не видела. Давай повторим. А, нельзя? Она счастлива.
Пошли, пока он болтает, мы будем с тобой изучать местность. Блин. Я не знаю, вот где я только не жила, но вот такой фигни с могилами рядом с гаражами, рядом с детским садиком не было. Выдумка этих производителей на ладан дышит. О, а это отдельная территория, нормально. А это, может, кладбище домашних животных? Детишечки садистики. Красиво. Животных замучили, потом похоронили. Следы замели. Так, Марта, я так понимаю, ты, Динамо, опять не придешь. Опять мне одному все разгребать. Женщина, я тебя жду на свидание. Ну, знаешь, если ты ждешь женщину на свидание, то купи цветочек, закрой ротик, стой, не нервируй бабу. Фонаря нету, правда, и аптеки. Аптека нужна, идешь на свидание, зайди в аптеку. Таблетки от головной боли тебе очень пригодятся. И перчатки резиновые. Офигеть, а большая территория, да? А, сюда вряд ли можно дойти, да? Скажи, скажи, а ты еще и прыгать у нас не умеешь. Ну, ты смотри. Лапочками своими. Так, подожди, что-то он говорит, посмотрю я куда-то, давай. Прощание, прощание. Ну, давай. Прощайся с ней. Марта уже должна идти за Маем. И в август, и следующего года. Мы закруглились. Прикольно. Нет, гаражи тут прям вообще каноничные. Каноничные гаражи, не крашеные, не мятые. Никто здесь не держит картошку в погребе. Асфальт, какой асфальт, слушайте. Я прям чувствую запах этой местности. А что, я не могу сюда запрыгнуть? Зачем делать этот поребрик, если я через него не могу перейти? Я вообще не понимаю, зачем делать персонажи, которые не умеют прыгать? Как это так-то странно? В России ты в первую очередь что делаешь? Ты учишься прыгать. Потому что через такие ямы и пол лава, и find and get into to boot ranger cars. Что-то найти в машине. Ну, пошли. Пошли в машину. Кстати, а какая-то машина не каноническая. Где вы в России такие рейнджероверы видали? О, да еще и с лебедкой. Офигеть. А что, никак нельзя? Телеги, вы что мешаете? Может, тележку надо найти? Не, ну, кар был написано. А-а-а! Возраст ты мой! Ты выпускник этого детского сада. Тебя что, манной каши не накормили? Кто ж так двигает? Там банки алюминиевые. Федор Аркадьевич собирает. Бомж сдает местный. Ты же ему помогал. Сейчас так действуешь очень. Как, почему он так уперто двигает эти тележки? А может, на них колесиков нету? А, да нет, колесики есть. Ты что тогда пыхтишь? Ненакрашенный мой. Как он ходит в развалочку. Очень странное управление персонажа. Если честно. Ну, не фигня, я могу сказать. Ну, о, ну что это? Налево пойду. Лоб разобью. Направо. В стройбат попаду. А? Может, он солдат бывший? А, не, он не солдат. Он кавалерист. Он хотел в кавалерских войсках служить. Но не срослось. Говорит, ноги у тебя прямые. Ёпа-мать! Ёпа-мать! Бежим нахрен! Палят! Менты сейчас запалят! Чё ты губки-то свои поджал? Хватит дёсны жрать! Чё она так заорала? Ты прям по ушам побила! Давай окно разобьём! Can't interact with it. С этим нельзя интерактировать. А, вон еще одна тачка, стой. Попутали, маленько попутали. Мне не сказали, в какую тачку мне лезть, поэтому их тут две понаставили. И скажи, что ты тоже тележки двигать, да? Тоже тележки двигать? Ну, двигай. Побудь с этим парковщиком тележек. Деньги, говорят, они неплохие зашибают. А где все? Я понимаю, что это утро 1 января в Крыму, потому что снега нету. Ну, хоть кто-то же должен ползать. Кошки там, голуби должны кричать. Алёша, Алёша, ты хлебушек нам принёс? Сиги есть? Давай, двигай. Только не говори, что это тоже заорёт. Уши прижми. Какой у него... Всё, 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 всё. Это худший день рождения в моей жизни, он говорит. Бёвдой было.
Look around in trash cans, find vipun. Vipun trash cars. Что тебе надо, болезный? Ты мне объясни, что ты лопаточки свои расставил? Посмотри, как он ручки расставил. Как будто на маникюр собрался. Ну, давай побегаем, поищем, что ему надо. А, тут пройти нельзя. Тут тоже нельзя. Ну, придется назад возвращаться через эту херобру. Орущую. Да, неудачный ты угонщик, Андрюшенька. Неудачный. Да, а, в двери, наверное, каким-то нам надо потыкаться, нет? Не в двери? Что тебе надо? Почему, если это русская игра, нет русского языка? Ага. О, боже мой, нахрена ты мусорки лазишь? Фу, там же объедки с ближайшей пиццерии. Руку сыну сунул, а там в сыр попал. Вытащил такой, не Рокфор. Оп, а мы там были, мы там уже были, по-моему. Короче, нам с тобой надо что-то найти. Что-то найти в трэшевой машине. Но в тачках же ничего не получалось найти. Блин, может могилу раскопать какую-нибудь, а? Вроде ничего не копается. Ты Марте позвони. Марта баба умная. Она явно все знает. Она какой хреноверк замбубенила. Говорит, подари мне, Андрюшенька, фейерверк незабываемый. Иначе я к чудо-юду уйду от себя. Френд-зон, десятилетняя. Ты не хухры-мухры. О, а вот здесь проход есть. Ага, это не проход, это местный туалет. Ну, такие закоулки, что они по определенному использованию использовались. Почему здесь красная лампочка горит? А, здесь нельзя интерактировать, окей. А как бы нам садичек попасть? А, это не садик, это просто площадка игровая. Нехилая такая игровая. О, площадка, я скажу. А, вон ворота, сейчас пойдем в ворота. О, нашла. А, нет, нельзя. Пошли. Воздух тебя не пускает. Ты че, серьезно? Но это крепкий металлургический воздух, понимаешь? Вот он и не пускает. А, вот еще мусорка. Можно тебя обыскать? Нифига себе! Что? Как ты это нашел? Вот это удача! Тебе в саперные войска надо. Старперные, блин. Shot flashing lights alarm cars. Короче, я так понимаю, надо по машине окна разбить и в машину залезть. Р, перезарядка. А сколько у меня вообще патронов? Как целится-то? О, 12 из 36. Не поняла. А так нельзя. То есть обязательно прицеливаться? А что за хрень? Он когда прицеливается, он не двигается. Я тебе серьезно говорю, сейчас жму вперед-назад, он как дурак стоит. Слышь, Алешенька, ты че? Тебя же ходули не поломали. Подрубай электричество, двигаться надо. Синопсисы, нейросинусы свои в мозгу запускай. Первый раз вижу, что нельзя двигаться. Нет, прикинь. Прикинь, реально, когда целишься, нельзя двигаться. Ну, с другой стороны, нам по машине стрелять. Какая фиг разница, да? Та-та-та-та, так бегает смешно. Тирион-то мой недоделанный. Тот хоть симпатичный был, а ты какой-то, ну, такой. Тоже неплохой мужчинка. Ему лет, знаешь, 16. Ну, молоденькое лицо, смотри. Усик вон один правый только. Вот видишь, проклюнился. Вот это ус, ой. Он его постоянно, видишь, поправляет. Лезет в ротик усик. А сбривать-то, ну, стрёмненько. Он же мужчина. Он же должен... Он же должен быть усатый. Погоди, давай поближе подойдем. Заткни ушки. Бесполезно. Может, вот в это вообще хрень? А-а-а! Ну-ка, заткнитесь, птица-соловьи! Ух, ты сделала это! Это я сделала! Догадалась, ну, пушка... Глок у него такой, блин, мужской, хороший, что ножка-то шебуршишь. Нервный тик? По-моему, пацан этот неврастенник немного. У него постоянно то губа поправляется, то нога дергается. В армию хотела служить, но не взяли. Говорит, по пятой категории не берем красивых. Так, я вот так вот сделаю. Алямба! Оп, а зачем нам тачки-то бить? Так. Теперь что надо?
Можно теперь залезть в машину? Что было? Юниквип Юргунту. Убрать оружие, что ли? А как его убрать? Слышь? Покажи мне, как убрать оружие. Что ты, ворон считаешь? Ворон тебе не подскажет. Они тебе только обгадить могут. А, ну ты перезарядился, умничка. Так, это мы приближаем. А, все поняла. Спасибо. Ясно, понятно. Залезай. Ну, гоним эту тачку. Поехали тусить. За Мартой едем. За Мартой, мои краси... В смысле, ты не поедем за Мартой? А зачем мы лезли в тачку? Дело твое. А, open gate... Плейграунд. А, площадку, что ли? А, игровая площадка. А чё мы залазили в тачку коповскую? Так пушку палишь. Палишь, менты тебя примут, на пятнашку загремишь. Наверное, там наше дело по малолетке. Мы с тобой его украли, но мы теперь не попадем. Места не столь далекие. Что тебе надо, мужчина? Мужчина с Марса, блин, а женщины... С августа месяца не понимаю, что вам надо, что он хочет от меня теперь. Ты мне скажи русским языком, борщ тебе надо, сделаю, сало засолю, могу даже за тебя в тир сходить пострелять. О, а что так тут парит? Алло, бомжи пируют, шашлык жарят, болезные, пустите меня погреться, я такой же дурачок, как и вы. Не пускают, жадные, ну фиг с вами, давай жахнем, а, больше не жахается, да? Фейерверки больше не горят. А что надо теперь делать? А, на площадку. Так, хорошо, как нам попасть на площадку? Где-то я видела вход. Вот, наверное, это он. Господи, мне все кажется, что он со своим плоскостопием просто ноги себе ломает, когда бегает по земле. Открывай. Реально стрёмная площадка. Ну, реально стрёмная. Офигеть. Так. Мальчик, Коленька, я пошла. Нахрен надо! Я поняла. Я не играю с тобой, твою песочницу не... Шатал! Где мое оружие? Бляха-муха. Ай, уйди. Слезьте с каруселек, дурачки. Ой. Не кусай меня, червяк, недоручка. Ой, там что-то лежало на земле. Стой. О, норм. Я могу перезарядиться? Ой, сколько вас здесь? Да вы чё? Да пацаны! Я вообще мимо проходил. Какая отдача, какой разброс, какая... Блин! Я думала, я его жахнула. А получается, он меня жахнул. О, норм. Так, хорошо. Перезарядись, мой драгоценнейший. Очень тяжело здесь стрелять, потому что ты должен отбегать. Я не могу вот так вот идти задом и стрелять, понимаешь? Нифига подобного так не работает. Мне кажется, я в мыло просто. Просто в мыло, которое уронило в туалете детского сада. О, есть, е-е-е-е-е. А что музыка играть? Так, у нас что-то валялось, и вон синенький. Камень бесконечности, иди-ка сюда. Пацану только косоворотку. Слушай, где-то еще один, да, шлепает? И он прямо с балалайкой может бегать на перевес всех валить. Струнами души любви своей. Где еще один? А, вон он, шкандыбает. Быстрее! Бежим. О, тот врубил ярость свою. Да нет. Отходи. Да, отходи! Подожди, сейчас нормально все. Я не пойму, сколько в него патрон надо всадить, чтобы это чудо-юдо наконец-то слезло. Слышишь, всадник без головы. Еще где-то один, да, судя по музыке? Так, пошли искать. Fucking insane. Мне и будет что рассказать про 18-й день рождения, он говорит, ты знаешь? Ну тут седые волосы добавились, теперь никто не поверит, что тебе 18. Скажет мужчина, вам как минимум 81, или 69, или 96, выбирай любую цифру. Но на молодого он уже не тянет, потому что даже у меня седые волосы появились. Очень, очень не...
такое управление персонажем тяжелое, его плохо ощущаешь. Понимаешь, вот когда бежишь, нет маневренности. Вот чтобы я вот маневренно, быстро раз отбегала, как-то перебегала. Плавающее управление, вот оно какое, оно плавающее. Тяжеловато. И вот это вот прицел и остановка, ну я не знаю. Как-то привыкаешь, что ты целишься и отходишь назад, отходишь в бок, шмаляешь, вот, да? По привычке в других играх здесь, ну что это? Но он ходит как балерина. Я понимаю, мамочка его отдала в балетную школу, потому что мечтала о девочке, а родился Андрюшенька. Ну смотри, та-та-та, черный лебедь ты мой, первая поза. Домик расшатали. А что надо? А, убрать пушку. Давай наладим, мы с тобой на все руки наладчики. Заладчики, обладчики. Красиво. Пенополистирол. Что дальше? Пошли на горки покатаемся. Качели. О, качели. О, летящие качели. Кто-то уже, блин, полетел. Ну, такие дураки-то играли на площадке. Я не знаю, кстати, где они прятались. Понятия не имею. За горкой, под горкой, в доме. А, они все в домик. Поняла. Они все в домик залезли, короче. Жрали там растишку, выросли. Вот, вот такие чудо-юд. А почему нельзя покачаться на карусельке? Карусель, карусель. Марту бы позвали. А? Прокатила бы ее на своей карусели. Антивандальные лавочки. Ну, с нынешними... О, фигня. С нынешними детьми только такое. Руль. О, мы нашли руль от тачки. Сейчас поедем. А, подожди, зачем нам руль? Подожди, Шумахер. Turn down. Stop steam. Чё ему надо? Пошли летящие походка. Я пошел за кленовыми листочками. Я поняла. Вот сюда нам с тобой надо. Там, где дым не пускал. Угу. Догадливо я. Ну, хорошо. Вот сразу показали меня. И я все сообразила. А так бы полгода бы бегала, думала. Если, а что, здесь что, тупик? А, нет. Вот же проход есть. Ты не спотыкайся. Хорошо худеньким быть. Хорошо, замечательно, супер. Так, а бегать ты же можешь, я же забываю. Но у него что шаг, что бег, разница не особо. Мне кажется, это вот его гараж. Вот это его гараж. Годами не открывшийся, камни вон лежат. А кто асфальт погрыз? Асфальтожоры. А мы жориков этих, асфальтожориков, убили. Да и зайди ты, пожалуйста, а. This right, good girl. Ты моя хорошая девочка, он говорит. Так, что надо? Level puzzle, unlock. Нахрен пазл. Пошли дверь открывать. Ты говорит, я хорошая девочка. Пошла, Валентина моя драгоценная. О, а это что такое? А что дверь-то не открывается? А, красные... лампочки красные горят, стрелочки летят. Ну, давай вот это вот смотри. Вниз. Это вверх. Ага, подожди. Это значит у нас вниз. Ребусы, ребусы. Первый класс, 10-я школа. Слышь? Алешенька, подскажи, пожалуйста. Вверх, вверх, вниз, вниз, лев. Лево, право, лево, право. Какой лево, право? Ты что, дурак, что ли? Да, ну, глазками своими он показывает, что он, да, одаренный, такой же, как я. Я не поняла. Лево-право. Вверх-вниз, вверх-вниз. Лево-право, лево-право. О! Фига себе! Он говорит, да я в шоке, как у меня так получилось, Катенька. Я сам не ожидал. Головоломки не мое, но моя учительница по математике говорила, что я вообще великолепный мужчиночка, сидя за первой партой. Пушкой в нее тыча. Она не то бы себе сказала бы. А чё, почему дверь не открывается? Короче, я так поняла, что вот по этим загадкам это должна вверх стоять, это вниз, а эти мы с тобой рандомно должны были угадать, да? Ну, мне повезло. Я умняшка. А чё делать-то теперь? У нас где-то еще, по-моему, была закрытая дверь, или мне кажется? А, красная дверь! К девушкам пойдем? Девушки. О, загорелась. К Марте идем. Я все поняла. Марта говорит, драгоценнейший мой Аркашенька. Друг мой сердечный. Меня замуровали. Демоны. Офигеть, ты видел?
подвале, говорит, приходи, спаси меня от дракона злого, я не пойду. У меня сейчас прям сердце разболелось после тех стрельбищ. Пойдем. Ну, хороший размах. Тут можно пятерочку открывать. Опа-опа. Музыка-то бум-бумкает. Я не хочу какой-то бабе непонятной идти. Ты, ну, побежим. Хелп! Я тебе говорю, Марту спасаем! Погнали! Да бегу я, бегу. Март! Ёпа мать! Ты чё, дурак? Ё-моё! Ой, бля, хомуха! Я ж заорала в себя! Я чуть язык от ужаса не прикусил. Зачем делать такие неожиданные скримеры? Уф. Вообще, да не страшно ни хрена. Башка младенчика какого-то. Просто неожиданно и громко. Громко. Вот в этой игре. Очень все. Бежим. Пошли спасать, помогать. Я до сих пор не могу отойти. Ну, потолки низковаты. Даже мне с моим 1,60 м я упираюсь лбом. О, а это мы пришли в тот склеп, который замурован был. Прикольно. А что здесь делать? Опять какая-то херабра сейчас вылезет. Готовимся. Тубик антенует? Офигеть. Что тут так быстро? Would you like stay to soul? Обязательно. Давай-ка не это... Майн меню мне сделай, пожалуйста. Резюме. Какое резюме? Давай в меню выйдем нафиг. В общем, прошли мы демку. Что хочу сказать. Симпатично выглядит игра. Погружает нас в атмосферу российской глубинки. Мне не понравилось, что нет русского языка. Делали, если, как я поняла, делали русский игродел, то очень обидно, что нет русского языка. Если это американцы, то они там эти надписи «куплю-продам» объявления очень клево добавили. Управление персонажа мне не понравилось, оно плавающее. Им очень тяжело бегать. Тяжело им. Вот. Это надо ощущать. Ну, нету вот такой четкости, когда ты бежишь и персонажем прям вот маневрировать можешь, да, бегать, ты его чувствуешь. Этого нету, это дурачка ноги заплетаются. И мне не понравилось стрелять, то есть стрельба нормальная, но без возможности двигаться назад, то есть ты когда целишься, ты замираешь, ты ни вправо, ни влево никуда не можешь двигаться. И обязательно, то есть ты делаешь прицел на правую клавишу мыши приближения и только тогда стреляешь. То есть отбегать... Вот этот бой, нету динамики, то есть пострелял, отбежал, он тебя быстро догнал, бегает вот это сатанинское отродье быстрее, чем наш дурачок Иванушка. Но к этому тоже можно привыкнуть. Поначалу теряешься, а потом уже со второго раза, вот когда я в них стреляла, уже нормально. И нету возможности перепрыгивания препятствий, это бред полный. Это вообще персонаж без возможности прыжков, это я не понимаю, почему. Ему что, на костылях, что ли? Ему там бионические протезы несгибаемые. Забудешься в тупик, и вот эта хрень тебя захавает. Вот в этом минусы были. Ну и в целом разочек поиграть нормально. Если выйдет она, когда уже релизница, будет русский язык, то есть там будет история рассказана, то можно поиграть, прикольно. Мне понравилось. Демку разочек вот поиграть, я удовольствие получил. У меня нету такого отрицательного ощущения. Мне нормально. Надеюсь, тебе тоже понравилось. Если понравилось, жми лайк, пиши комментарий. Кто не подписан, пожалуйста, подпишитесь на канал. Вы мне этим очень-очень сильно поможете. До встречи в следующих играх. Всем пока-пока. Ну, конечно, красавчик. Вообще красота. Если бы я такого встретила, детство мое было бы другим.